Спортивный туризм – занятие непростое, требует знания, снаряжения и владения специальными навыками. Пройти по дистанции без сучка и задоринки под силу не каждому. А вот уже четвертый год спортивный зал средней школы номер один «Аула Кашихабль» принимает спортсменов Республики Адыгея и не только Краснодарского края по спортивному туризму. Мы уже начинаем расширять эти соревнования, усиливать степень сложности. И в этом году есть возможность участникам соревнований выполнить первый взрослый разряд по спортивному туризму. Тем более, что на протяжении уже нескольких лет мастерство наших спортсменов Республики Адыгея растет. И очень хотелось, чтобы сегодня они показали свое мастерство и достигли высоких результатов, чего мы им от души, естественно, желаем. В открытом соревновании по спортивному туризму, которое проходило в зале Кашихабльской средней общеобразовательной школы номер один на искусственном рельефе, принимали участие около 110 спортсменов Республики Адыгея и Краснодарского края. Ребята собрались здесь, чтобы состязаться на дистанции 1, 2 и 3 классов. До начала старта организаторы провели подробный инструктаж участников. Главный судья соревнований Азамат Удычак рассказал ребятам, что надо подходить ко всем этапам ответственно, но не забывать про скорость. На церемонии открытия участников поприветствовали Азамат Удычак и Рашид Кабардаев. Отставить, по команде равняйсь, голову поворачиваем куда? Направо. Равняйсь, смирно. Уважаемые спортсмены, разрешите вас приветствовать на очередных соревнованиях по спортивному туризму на искусственном рельефе на пешеходных дистанциях, посвященные памяти Айдамиркана Жарасладовича Ардокова. Как всегда, гостеприимно нас встречает спортивный зал средней школы номер один Аула Кашихабль. Я очень долгое время работал Жарасладович, учитель физической культуры, и воспитывал подрастающее поколение. От себя лично, от судейской коллегии, хотелось бы, конечно, поблагодарить вас за то, что вы уже на протяжении вот 4 лет ездите на соревнования, посвященные памяти моего первого учителя по туризму, Айдамиркана Жараслановича. Я надеюсь, что это будет традиция уже стала, она уже укрепилась, и она будет продолжаться. Очень приятно, когда мы чествуем своих ветеранов, мы их помним, не забываем. И чествуем их не просто вот так вот, ну, вспомнил, а своими достижениями, работой своей, результатами на соревнованиях, повышением собственного мастерства. Слово для приветствия участников соревнований предоставляется почетному работнику общего образования России, учителю физической культуры СОШ номер один Аула Кашихабль, педагогу дополнительного образования по туристско-краеведческому направлению Кабардаеву Рашиду Юнусовичу. Друзья мои, мы рады вас здесь приветствовать. Спасибо, что вы есть. Самое главное, что вы здесь есть. Самое главное, что вы, даже кто, если не знал этого человека, чтите его память, как Азамат Казбекович. Самое главное, чтобы сегодня все закончилось без травм, ну и пусть победит сильнейший, как говорится. Следует отметить, что ребята из Кашихабльского района достойно себя показали и даже заняли призовые места. Данил Семенов был достоин 2-го места. Мурат Хапачев занял 3-е место, с чем мы их и поздравляем. Призеры были награждены грамотами и медалями. Организаторы соревнований выражают огромную благодарность главе района Зауру Хамирзову и жителю Аула Кашихабль Мурадину Киргашеву за предоставленную возможность провести столь значимое мероприятие на высшем уровне.